твоя девичья фамилия? Моя девичья фамилия Карташова. В какой школе ты училась в Молдове? Я училась в лицее Петру Радиш в Кишиневе. Петру Радиш репрезент. Да, вот обычная школа, ну как бы у нас была, это бизнес-школа, у нас нужно было в каждый год где-то 3 или 4 уроков или классов в разный там бизнес, entrepreneur, или я не знаю, как это слово на русском, но да, как бы я училась все свои годы в Молдове, потом только сюда приехала в университет. Вот так вот. Ну, в общем, я думаю, ответила на пару вопросов. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Извините, что если у меня русский не совсем отличный, потому что, честно говоря, я здесь живу и на русском...